праздник, прям наш чесночок аж засыпает. Каждую пятницу я в говно. Каждую пятницу я в говно. Каждое воскресенье барбекю. Напоминаю, бургеры без мяса. Витрюган сегодня, конечно, офигенный. Поехал сегодня на халтурку. Похалтурил, поработал. Вчера я отфилонил. Вчера суббота была, ничего не делал. Ну, как ничего не делал, немножко занимался там сантехникой, чуть-чуть там траншеи покопал, немножко бобра погонял. Ну, я уже не снимал бобра, он пока он успокоился, не восстанавливает пока дамбу. А, кстати, хорошая новость. У нас в лесу, где наш лес тут рядом, который выпилили в прошлом году. Да, кстати, кто не видел видео, я там жаловался, что они там по ночам еще работали. Можете посмотреть, поискать у меня на канале и посмотреть. Да, там хорошая новость, то что посадили новые деревья. Это была пятница, когда я ехал на работу с утра. Я смотрю, машина какая-то с прицепом стоит возле дороги там. Я так сначала думал, что они там, как-то народу столько там было, человек 5-6, все такие в желтых жилетках, там лопаты, мешки какие-то. Ну так смотрю, один там что-то хоп копает, другой там что-то там ложит. Ну каким-то кустарным способом, кстати, они это делали. В общем, да, посадили деревья. И сегодня я когда ходил бобра проверять дамбу, я поискал, посмотрел и смотрю, да, вот такие где-то такой величины. Березки. Посадили березки. Ну, странно, интересно, каким-то кустарным способом лопатой просто хоп, скопали, посадили ногой в это самое. Не какими-нибудь там, типа, кассетными там каким-то аппаратом каким-нибудь там впихивать. И, потому что я, мне кажется, где-то слышал, что, по-моему, эти сосны, может быть, не только сосны, есть, короче, какие-то кассеты, ты берешь, вставляешь, и так хоп, так чик-чик, как-то так вставляешь и садишь посадку. Я могу, конечно, сочинить. Но вы напишите в комментариях, кто слышал про такие. А что пишите, я сейчас проверю в интернете. Ну, в общем, я посмотрел в интернете. Есть какой-то меч Колесова. Ну, короче, лопатой. Либо посадочная труба. Ну, может быть, еще какие-то есть технологические всякие эти способы. Ну, я не нашел. Ну, наши эти какие-то субконтракторы, супчики. Они, да, просто лопатой. Просто лопатой зажали березу. И главное, я так шел, что-то проверять. Ну, я смотрю, какая-то, типа, какой-то такой пруточек такой, типа, ну, похожий на березку. Я так еще так дотронулся, вот так немножко потянул. Блин, чуть не вытянул его. Ну, в общем, да. Не, ну, да, там береза. Ну, в принципе, у нас тут и было, я так понял, березы много. И в этом лесу есть... Ну, правда, тут есть и сосна, и береза, где еще этот наш пятачок остался. А там в основном была березка. Ну да, теперь надо ждать лет так 10-15, чтобы тут был такой более-менее лес. Ну, буду вас держать в курсе, в общем, каждый год. Ну, вы, я думаю, если будете дальше смотреть мой канал, если я буду дальше его снимать, то вы увидите, как этот лес наш растет. И, наверное, через пару-тройку лет наш пятачок по-любому тоже спилят когда-то. Ну, не знаю, когда они его спилят, может быть, через... Интересно, как они вообще выбирают, как его, когда его пиливать.
Это для меня тоже, если честно, загадка. Да, был сегодня, когда на, так скажем, на халтурке. Хотя вот это слово на халтуре, сейчас я тоже скажу, наверное, будет не совсем корректное, потому что это тоже как бы работа. Вот это буду говорить на второй работе. Потому что, ну, халтура для меня ассоциация, это типа что-то тяп-ляп и на отшибись сделать. А когда, допустим, ну, сейчас вот я как бы делаю объект, ну, ты же стараешься его делать нормально, значит, это не халтура, а работа. Ну, в общем, да, некоторые только этим и занимаются, то есть, получается, это не назовешь халтурой. И у меня в будущем тоже это будут такие вот объекты, это основная будет работа, которая у меня основная работа, основной работы это и не будет уже. В общем, когда я приехал с работы, да, там тоже был очень сильный большой ветер, кстати, да, поэтому я быстрее немножко уехал. Приехал тут, а тут у нас поле, тут еще сильнее тут этот ветер разгоняется. Ну да, вы, в принципе, видели кадры, как там чеснок задует. И наш парничок, а парник у нас, в принципе, недоделанный, в принципе, был и есть. Как бы мы эти поликарбонатные листы накрыли и прикрутили снизу. Да, снизу прикрутили, а сверху и не было ничего прикручено. Получается, вот эти дуги, они были как бы если вот в таком направлении, да, то есть они могли ходить туда-сюда. И так, в принципе, и было немножко от ветра, чуть-чуть могло ходить. Поэтому у Евы, когда вот эта сторона, где дверь открывается, она могла немножко упираться в землю или меньше упираться в землю. И да, прикрутил тоже. Позвал Еву, вместе прикрутили, доделали немножко этот парник. Ну там от этого ветра одно место там у дверей там как-то так вибрировало, что аж такой, блин, звук такой страшный издает. Ну ветер очень сильный, если не ошибаюсь, сколько там, 30 километров в час. Ну у нас, правда, ну у меня эта программа в километры в час показывает ветер. Сейчас я скажу, сколько сейчас показывает. Слушай, ну порывы до 50 километров в час. Так 35 километров в час ветер сейчас приблизительно. В метрах, секундах почему-то больше не показывают. Я не знаю почему. И так вот всю ночь будет ветер. 33 километра в час. И ветер западный. Все время западный ветер. Да, это в принципе правильно. Все это оттуда. И у нас как раз как бы в торец этому парнику дует. Завтра с утра тоже будет 29-26. А, ну и завтра к вечеру оно начнет спадать потихоньку, потихоньку, потихоньку. И только к 8 часам вечера, да, там 15-12 километров в час, 9-6. И вчера, и завтра ночью все, уже считай штиль. О, и послезавтра в 4 часа утра показывает 0 наконец-то. И что у нас с погодой будет? Во вторник начинаются дожди. А, чуть-чуть дождь. Ну, почти. Ну, ветер такой чуть-чуть будет. Да, не, я думаю, может, мало ли там что-нибудь будет. Или какая-нибудь жара начнется там, или холод. Непонятно, что там будет, в общем. Подожди, сейчас посмотрим. Что-то я там батька смотрел, выкладывал про погоду. О, завтра может быть. Завтра может быть минус один. Вот оно что, Михалыч. А, так сейчас всю неделю ночью будет под ноль. А так чеснок вырос там хорошо. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, чесноку не важно. Да, вот так вот воскресенье прошло. Работа, работа. Да. Как-то так. Ладно. Все. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока.